У нас 3 декабря. Снега совсем нет. Вот. Короче, провалы при нажатии на газ у меня. Фильтр поменял. Насосе фильтр поменял. Все равно. Вот взял у соседа дулемерку вот такую. Снил, а что тут? Давления совсем нет. 2 при нажатии. Сейчас попробуем на заведенной сколько. На заведенной 2,5. А должно быть 3,8-4 атмосферы. Короче, надо смотреть насос или регулятор давления. Он стоит там в машине под сиденьем вот тут. Сначала поменяю регулятор, посмотрим. Он недорого стоит. Покажу, если что. Потом поменяю насос сам, если не поможет. Вот. Давление потихонечку падает. Падает и падает потихонечку.